I remember when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933, the masses cheered. But we were not among them. We knew that the times would be bad now. We knew that the Nazi threats were not empty. That those people meant what they said. We had to do something. We couldn't just stay silent. But we also knew that it can cost us our heads. Всем привет, всем привет! С вами Шумага, на канале Ушумага. Сегодня поиграем в игру под названием Throw the Darkest of Times. И, значит, режим истории. Следует истории игры. Это более щадящий игроку режим. Все ходы сохраняют. Тщательно обдумать каждый шаг. Нет, думаю, режим истории мы прожим. Воу-воу-воу-воу-воу. Это персонаж, с которого вы будете играть, да понятно. Внешний вид. Блюмс, 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 е. Погнали. Служащий магазин, социал-демократ, 37 лет. Очевидно, что сегодня каждый честный немец сидит за своего правительства. Глава 1. Захват власти. Остановите режим. Снижение доверия. Да. Как я понял, это некоторая стратегия на тему того, чтобы остановить в Германии нацизм. 30 января 1933 года президент Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии. В тот же самый вечер трое друзей встретились с задником на тушке берлинской пивной и поклялись дать отпор той силе, что поглощала страну. Во всей Германии обычные люди, друзья и семьи давали друг другу то же самое обещание. Рискуя жизнью, помогать другим и сражаться с бесчеловечным режимом. Это их история. Гитлер назначен, марш штурмовиков, центр обращается к Гитлеру. Боевой дух минус 10, это плохо. 1 февраля 33. Я прихожу на тайное место встречи и слышу, как Вольтер Обрехт говорит, его поставили канцлером Гитлера. Это же катастрофа, как мог президент Гинденбург так на такое пойти? Мы знали, что это произойдет. Нужно заручиться поддержкой большего числа людей и только потом привлекать к себе внимание. Они только ждут повода нас арестовать. Тебе так не кажется? Спрашивает Уолтер. Как-то разные какие-то ответы. Ну ладно. Ну ладно, Джона права. Нас всего трое против целого государства. Это безумно. Нужно сперва нарастить сеть сторонников. Зачем людям нас поддерживать, если мы ничего не делаем, только прячемся? Нужно действовать, говорю я. Итак, какая у нас сейчас самая важная задача? Узнать правду. Мы знаем, что нацисты преступники, но пока мы не можем это доказать, мы должны узнать правду и рассказать о ней другим, говорю я. Конец сцены. Контрольная точка. Спланировать задание, пролистать новость. Пролистаем новость. А, так это я уже... Так, тогда... Мы заданиться можем. Карта города. На карте города выполняем действия своей группы, отправляя соратников в задание. Здесь же показан список членов группы, предмет сторонника и боевой друг. Боевой друг. Так. Боевой дух 60. Что это такое? Необходимый навык сердца. Риск. Низкая опасность. Минус... подожди. Ёптель-моптель. Ничего не понимаю. Так, подожди. То есть, подожди, давай вначале вот так сделаем. Давай довольно плавно приступать к выполнению задания, ясно. Мы сделали какое-то задание сюда. Поговорить с рабочими. А, так, поговорили с рабочими. Необходимый навык, это что за навык? Эмпатия. Скрытность — это сила, понял. А у тебя еще пропаганда есть. А, вы вдвоем пропагандисты, а я силовик, типа. Баба 37 лет в магазине. Хорошо. А, конец планирования? Это фаза планирования закончена, и принцип выполнения запланирован. Вы уверен, да? Результат недели. 5 чел нас до сих пор поддерживают. Наши сторонники делают нам пожертвования рейхсмарки 2 штучки. А что тут-то у нас? Алло. Тут опять что-то? Вальтер встречается с товарищем с работы одного из наших сторонников в районе Кройцберга. Говорит, с ними старается заручиться поддержкой. Оказывается, что многие недовольны действием режима, готовы что-то предпринять. 11, отлично. Это плюс 11, типа нам. Александр Плац. Я возвращаюсь домой, на велосипеде уже стемнело, на улицах пусто, морозный воздух забирается под шкаф. Быстрее, круче, пусть далее.
Выезжая на безлюдную Александерплац, я вижу несколько человек, окружили прохожих. Они громко кричат. Приблизиться. Их трое, все в коричневых рубашках, на рукавах. Повесили сумелся свастики, они кружат похожи. Вонючий жид визжит самый горлас. Он делает шаг вперед, толкает мужчин, тут падает. Мужчина стоит шляпа, под ней кипа. Так его, Рудольф. Дай ему, подбавит один из штурмяков. Вмешаться. Эй, кричу я, что здесь происходит? Отойдите от него. Все трое немедленно подходят ко мне, на время забыв о старике. Тебе что надо, а? Не лезь не в свое дело, иди гуляй. Угрожать. Оставь себя в покое, иначе я вызову полицию. Тут недалеко, я указываю в сторону полицейского участка рядом с нами. Я разговариваю со штурмяком, старик тем временем тихонько поднимает земли и уходит. Прекратить разговор. Я молкаю и смотрю вслед уходящему старику. Тот, кого назвали Рудольфом, подходит ко мне, уперев руки в бока. От него несет пивом. Слышь ты, говорит молодчик, провали-ка отступ под добро, под здоровому. Новый день настал, теперь мы свободны от вашего гнета. Давай. Ваш фюрер пришел к власти, вы же радоваться должны. Нет, говорю я, пока мы разговариваем. Старик уходит все дальше. Рудольф, зовет третий штурмовик, до сих пор молчавший. А жид-то сбежал. Я пользуюсь случаем и прыгаю на велосипед. Стой! Кричит Рудольф. Стой! Ты за это ответишь. Посмеяться над ним. Я громко смеюсь и изо всех сил кручу Петра. Предохожусь тогда, когда их разъяренные вопли стихляют. Неужели мне придется привыкнуть к такому? Конец сцены. Еженедельный спад минус 10 всего... Блин, что за бред? Ну ладно. Так, парламент распущен. Чрезвычайный указ. Гитлер беседует с генералами. Во время собрания Вальтер обращается к группе. Послушайте, готовится публичная акция протеста против нацистов. Это наш шанс. Вальтер продолжает. Там мы сможем рассказать о себе людям, завербовать кого-то. Люди, которые... Да, верно. Ладно, так и сделаем. Конец сцены. Так, мы присоединяемся... А что такое 19? Я не понимаю. А, нельзя. То есть, я все время троим должен, короче, да? Я все время троем должен. Все, я понял. Мы представимся с 200, ты ничего себе как много. Собираешься в Берлинском парке Люстгартен. Оратор призывает собравшихся к дисциплине и день борьбы. С нацизмом ничего не бойся, нас слишком много. Да, хорошо. Это плохо. Так, новая атака. Так, погнали. Новости мы только что смотрели. Ясно. Так. Листовки. Теперь можно написать листовки вручную. Не хватает стопка бумаг. Отмена. А почему не хватает стопка бумаг? Да подожди ты. У тебя же была, нет? А, мне нужно найти где-то стопку бумаг. Стоп-квартира. Найти нового члена. Встретить с бывшим членом. Собрать пожертвования. Поговорить с рабочими. Купить краски, купить бумагу, уйти в подполье, найти нового члена. А, один необходим. Ты пойдешь. Пошел. Так. Встретиться с священником, говорить с рабочими, собрать пожертвования. Там сюда. Необходимое. Отлично. Хорошо. Далее. Да. Мы лишились одного строка, да, что-то попадешь. Наш старкин делает нам пожертвование 7. Так, а там-то что? А, да, все, понял. Йоханна встречается с священником в районе Теппельхоф, чтобы попробовать убить его встать на сторону сопротивления. Встреча проходит хорошо, священник убежденный противник режима, рассказывает, что многие из его паства, вероятно, захотят помочь нам. Это хорошо. Так, ты-то вот у нас. Вальтер говорит с людьми, которые не любят нацистов, чтобы выяснить, готовы ли они вступить в нашу группу. Он отбирает троих, которые, по его мнению, доступают в группу. Теперь осталось выбрать, качали. Ой, как хорошо, смотри, как у нас. Так, у нас есть скрытный, это, у тебя пять, этот, короче, покруче будет. Джулиус Савель, как не так. Да я тебя возьму, конечно. А, завербовать, окей. Так, у нас теперь четыре.
Так, стопе. Говорит мне, что Йоханна не вызывает ничего, кроме презрения. Социал-демократка приносит группе только вред, без нее нам будет только лучше. Я объясняю, что в нашей группе есть люди разных взглядов, но у нас сын режим, который должен с этим смириться или покинуть группу. Он не слишком... у них там свои разногласия. Неважно. Так. Это что у нас? Погнали. Так, опять одного сторонника. Но у нас есть деньги. У нас почему-то нам дают деньги. Я там встречаюсь с людьми из христианской общины в районе, разговариваю с ними о жиме, способствую. Многие считают, что деньги Гитлер противны Господу. Так, хорошо, 8 плюса, отлично. Боевой дух плюс 2. Здесь у нас Вальтер сейчас будет в современнике, чтобы выяснить, не представитель он сопротивление. Оказывается, что этого человека не надо даже убеждать. Профсоюз ярый противный нацист сразу же предлагает помощь. Отлично. Прекрасно. Опа. Поздний вечер, я сижу в баре на Хекершермарк. Внезапно кто-то вбегает в бар и кричит: «Рейхстаг горит! Коммунисты сожгли Рейхстаг!» Не торопиться. Я допиваю расплачиваю, выхожу на улицу, несмотря на позднюю часть. На улице толпа. Багровый сияние заряет ночной небо на Трикстад. Интересно, что случилось? Почему мы стоим? Говорит женщина в Михаилу. Пойдем узнаем, что там случилось. Зелик соглашается, собирается вокруг нее присоединиться. Я присоединяюсь к ним, и мы вместе идем по безлюдному улице к Рейхстаду. Рейхстаду. Чем ближе мы подходим, тем сильнее запах гари. Становится трудно дышать. Спрятан у нас шарф. Мы стоим ведущего грязя, нас стационарный наряд полиции. Сюда нельзя, говорит Сэр, уходите. Смотреть на толпу. Там заступала Рейхстад, вокруг себя все больше зевак. Я подхожу к человеку, видавший виды формы в Первую мировую войну, он оборачивается и снимает смотрит на меня. Чё надо? Кто устроил пожар? Коммунисты и жиды, по сути, это одно и то же. Его голос звучит громче, но они сами подписали себе смертный приговор. Мы больше не позволим. Так, все, хватит. Я обращаюсь к женщине в шуме, это та самая, которая собирала людей у бара. Как вы думаете, кто это сделал, спрашивала меня? Я хочу задать вам тот же вопрос, говорю. Мне-то откуда знать, пожимая плечами она. Я знаю лишь одно, с тех пор, как бешеный паяц пришел к власти, все пошло наперекосяк, и вот это она козит на пожар. Это очень в его духе. Но я им ничего не говорил, понятно? Разумеется. Конечно, кивая, хорошо, улыбается она. Такие, как я, такие, как вы. А вроде ничего. Я заходи, потанцевать под музыку, которая ненавидит новая власть, заходите. Она дает мне визитку, на которой написано «Жираф, танцы, бар-кабары». Исчезают в толпе, полиция оттесняет толпу зевак. Борится с здоровяком. Я обращаюсь к здоровяку в сплющенной кепке и с таким же сплющенным носом. Он похож на профессионального боксера, в карьере которого... Ну что, говорю, как вы думаете, кто это сделал? Вы меня спрашиваете? Уж точно не я. Я не говорю, что вы, но кто-то это же сделал, и кто, как вы думаете, боксер подходит вплотную, чтобы потом говорит, нацисты, ясное дело, теперь они под этим предлогом всех разгонят, вот и видите. Ну да, понятно. Танцы в жирафе открылось у нас. И еженедельный спад. Да? Плохо. Пожар, указ после пожара, военное положение. Ответь мне в сторону. Слушай, мой брат, я вообразить не мог, что все так далеко зайдет, но доверься мне. Вчера вечером вернулся домой в коричневой форме. Если он знает, что ты с нами, тебя бросят в тюрьму или того хуже, черт всех могут посадить. С остальным знать не обязательно, говорит Вальтер, глядя на другие. Послушай, я знаю, что брат мне доверяет, это наш шанс, я могу получать информацию. Слишком рискованно, держите своего брата как можно дальше, оставайся в группе. Так, хорошо, ладно, пойдем. Так. О, ничего себе у нас вы. А чё так? Шо так? Великий побег. А где мне достать эту хрень-то купить? А, купить бумагу. А это что такое? Под прицелом он. Нет. Ты пойдешь. Хорошо. Так, здесь что? А, это купить бумагу. Так, подожди, здесь что? Напечатать листовку. Тут что? Купить краску. Собрать, купить краску. Нет. И у нас пока это...
Танцы в жирафе открылись. Не хватает лупы. А, или что? А кто у меня занят? Ты... А, вот эти двое у нас. Так, подожди. Я не могу, не хватает брикс... Блин, понятно. Здесь что, найти нового члена? Так. Встретиться с ученой. Может быть, здесь поговорить с рабочими. Все, погнали. Эта игра очень... В пивной я вижу своего давнего друга Гюнтера. Мы много лет состояли в одной и той же ячейке с одним гречком парнем, а потом Гюнтер нашел новую работу, переехал поздороваться. Я рад тебя видеть, Гюнтер, как дела? Хорошо, черт побери, я бы даже сказал, отлично, работаю теперь в кабинете. Я в своем собственном кабинете, представляешь, у тебя как дела? Нормально. У человека обстоятельства нормально, Гюнтер... Слушай, о чем думаешь? Так. Совершенно верно, и я поддерживаю Гитлера по тем же причинам, по которым поддерживал социал-демократ. Мы с тобой много лет были социал-демократы, но почему? Ради чего мы поддерживаем эту партию? Да, и я хотел того же, но взгляни теперь на нашу страну, Гитлер заботится... Так, надо его сейчас завербовать, подожди. Тут у нас все очень серьезно. А, он уже... Я встаю и ухожу, чтобы собрать смысл. Гюнтер много лет был моим другом, мы в последнее время часто общались. Я не могу считать другом такого человека, для них теперь враг. Так, хорошо, ладно. Мы лишились двух и 9 плюс. Так, здесь что у нас? Эта игра очень напоминает, помните, про французскую революцию? То же самое, такая очень похожая была игрушечка. С вами играли. Так, стопку бумаги у нас есть, все отлично. Теперь здесь, мы даже краску купить были. Хорошо. Отлично, у нас есть и краска, и листовочки. Так, здесь у нас плюс 8, вообще шикардосина. Так, на сдав выигрывает выборы, облава на коммунистов, школа в среду закрыта. Собрание Вальтера просто кипит. Клянусь, пожар в лице лучший подарок, на который только могли рассчитывать нацисты. Они обвиняют кому... Ну, понятно, да. Мой отец в тюрьме, ему нужен адвокат, но однажды не давать ему денег. Конец сцены. Прикольно. Боевой... Что? Ах ты, падла. Ты меня... Блин, да, боевой дух плох. Так. Напечатали... Почему? Стопка бумага есть. В смысле? Я же взял стопку бумаги или нет? Алло. А, чего? Ничего не понимаю. Ну ладно, короче. У меня же была стопка бумаги один. Ну... А, нужно три! Да ё-моё, убери эти предметы. Нужно три бумаги. Или что ему? Я понял, ладно, короче, погнали сюда. А там какие-то события будут? Давай, хорошо. Что там за события? Так, что там за события? Посмотрим сейчас. Мы едем на восток Берлина, заходим в один ночной клуб, и его мне рекламировала женщина в меховом. Так, ну входим. Я узнаю эту женщину, и он говорит: о, это вы, входите, этот клуб одной из замков прежнего Берлина, танцевать. Мы ночью напротив танцуем. Все? А, боевой дух плюс 50, ё-моё. Вот это на... Вот это... Ой, хорошо. Так.
У меня новая работа, я служу в доме нацистского офицера. Погоди, что если Вальтер воспользуется этим сюжетом? Так я и поступлю, воспользуюсь новой работой, чтобы принести пользу нашему делу. Отлично, так, у нас есть свой... Так, подожди. Пить бумагу. Так, бумагу купить. Так, отвлекающий маневр. Сторонники падают. Так, отлично. У нас есть бумага, чтобы напечатать всякую какашку. Так. Что-то пошло не так. Надо принять решение. Бегство, не получить награду, но участники вероятно будут сделать сохранение укрытия. Выжидая вы повышать риск того, что вас поймают, вы можете получить часть наград. Действует высокий риск того, что вас... Понятно. Так, не можешь дальше продолжаться, я боюсь за ребенка, говорит, я хочу уйти, попросить остаться. Я понимаю, что ну, надо па-па-па-па-па. Так, ну хорош там уже ныть, блин. Дайте мне все спланировать. Так. Но надо сторонников срочно это проводить. Да ё-моё, как вы надоели. Что это такое? Это что такое? Уйти в подполье. Что, можно уйти в подполье, реально? А, это нужно через бабки только, да? Так, листовку я уже не могу напечатать. Восьмой левел это, да? Так, встретиться с подругой. Встретиться с подругой уже было. Так, подожди. Пожертвование. Найти нового члена. А, у меня бабок не хватает. Курить с рабочими. А, найти мужа. Так. Здесь действие. Что-то там произошло, не знаю, но мы в плюсе, короче, ладно. Так, сегодня суббота, я иду купить продукты на выходные, подходя к магазину, замечаю, что возле него творится что-то странное. Перед магазином собралась толпа, в ней несколько человек в коричневой форме штурмовиков. Дайте поближе. Трое коричневых с антисемитскими плакатами стоят у входа на окне магазин краской, грубо намалена звезда Давида и слово «жиды». Я смотрю его присущую. Что здесь происходит, не знаете? Девочка лет 5 держит мать за руку и улыбается мне. Нет, не знаю, не хочу знать. Смотреться так. Человек в костюме. Что здесь вообще происходит? Он говорит с... Зачем агитировать лавку? Везде началось. Я только что был на Фридрихштрассе. Там
То же самое, они стоят перед каждой еврейской лавкой, у врачей и адвокатов понятия не имеют, что они задумали. Но многие лавки работают здесь уже по полвека. Что вы здесь делаете? В общем-то, у меня дело к Шмидту, хозяин лавки, но похоже, сегодня магазин будет закрыт, так что я лучше пойду. Эй, жиды сами напросились. Они наши враги. На плакате написано: Германия, не сдавайся, не покупай у жидов. И немцы, внимание, жидовское здоровье подарили на германском общественном магазине Натан Шмидт. Войти в магазин. Я хочу войти в магазин, но мне перепрыгали один... Далеко собрались? Магазин за покупками. Тут у нас шутники. Смотрите-ка, трое на одного. Так вы и есть те храбрецы, которым так гордится ваш фюрер. Кто-то бьет меня по голове и... В глазах темнее. Я сейчас бреду домой, все болит, голова в крови. Мы должны бороться. Если их не остановить, то зачем все это... Зачем все это закончится? Бойкот еврейских заведений. 1000 прусаков арестованы. Гитлер... Гиммлер получает повышение. Эй, немножко ранен. Ладно, ребят, наверное, закончу эту серию по данной игре. Если понравилось видео и игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока.